учу тому, чтобы он не чувствовал своего личного пространства и разделял со всеми все. Это же хорошо, он же делится. Кому хорошо? Как ответить агрессору? Переломить спор в свою пользу. Можно начать плакать, можно начать смеяться, можно начать вспомнить, что, блин, а че же вот на этого вот заразу злюсь. Психологические эксперименты, беседы с экспертами в студии. А есть какие-то специальные позы, стоп-слова? В программе «НЛП». В среду на продвижении.